Всех приветствую на своем канале. Подписывайтесь, отписывайтесь. Ну, как обычно, все вы знаете. Так что подписка с вас, лайки с вас. Больше будете писать, комментировать, лайкать, значит, больше будет видео. Больше вопросов, значит, больше будем обсуждать, больше будем разговаривать. Значит, Т-25. Видео меня просили. Не знаю, ветер, но попробуем снять. Что там получится, посмотрим. Да, наш Т-25. Наверное, вы не увидите сейчас про козьбу, а увидите про косилку. Видео. Так, вот. Зацеплено 1,65 м. Какие что болячки? Да обычно. Косилка классная. Вот основная болячка, отрывает нож, но его отрывает это только при препятствии, то есть куда-то он сильно врезался. Тот ставил толстые ножи, вверх поднимает, это вторую часть перебрали, то есть весь верхняя тарелка новая, кастрюля новая. Здесь осталось два ножа, но их и достаточно, она и двумя ножами прокашивает. Кардан. Ну, здесь, как обычно, у нас лопнуло, усилили, заварили, здесь оторвали. Тоже, но это мелочь. Мелочь по сравнению с тем, что она, как она косит. Косит она замечательно. Ну, низко, низко, да. Ну, сравним с сегментной. Сегментная просто отдыхает. Сейчас покажу, какого она у меня года. Я ее купил в 2015 году, то есть ей сейчас 6 лет. Скошено ей, ну, порядка, наверное, ну, боюсь даже соврать, блядь, не меньше 300 гектар. Это 1,65 м. Но мне просили рассказать про 1,85 м. Сейчас я покажу 1,85 м и расскажу. Т-25, 1,65 м, спокойно тащит, спокойно косит. Ну, не спокойно, разогнать его надо, но не греется, ничего, так что не переживайте, не этот, не беспокойтесь. Спокойно берите не 1,35 м, а 1,65 м. Косилка для него по силам, и он будет все делать. Почему у нас сейчас Т-25 зацеплен 1,65 м? Потому что каждый день делаем подкос на своих огородах для кормушки. Кормежки быков зеленкой. Постоянно даем зеленку 3 раза в день. Вот из-за этого она как бы зацеплена. Ладно, пойдем к метру. Косилка 1,85 м. Это мы покупали специально для МТЗ. Показываю, какого года. 19-го. В том году первый сезон был у нас. 20-м она косила. То есть я ее в 19-м купил. И начали... В 19-м я зимой купил, а в 20-м она начала первый сезон косить. Сами понимаете, косилки у меня две. Значит, у меня есть с чем сравнивать, правильно? Если бы косилка была плохая, я бы не вторую 1,85 м не купил. В чем разница? Да, сперва расскажу о проблемах. Проблемы все то же самое. Кастрюля. Кастрюля — это моя проблема. Потому что я врезался в камень и кастрюлю согнул, ее потом оторвал. Ножи также рвет при препятствии, но это если у вас хорошее поле, то ничего рвать не будет. Предохранитель — это моя вина, я уперся в этот препятствие и как бы порвал предохранитель. Проблемы все те же самые, что и на 1,65 м. Она очень низко косит и очень качественно. Да, вот этот вот предохранитель, который защелкивается в транспортное положение, очень слабый. Вот этот вот палец, который на веску держит, он тоже слабый. Он проворачивается, его подварили. Но это все мелочь по сравнению с сегментной. Ну, КРНК, конечно, не лучше косит, а больше. По качеству среза я лучших косилок не видел. Буквально она бреет. Бреет. Что та, что это. Полностью. Газонокосилка, можно сказать. Почему взял 1,85 м?
потому что цепляю за МТЗ, и она косит гораздо больше. Большую площадь ей можно косить, ну не знаю, там, ну в день, ну 10 там, тире там, до 15 гектар можно косить этой косилкой на МТЗ. Кошу 5-6, пониженная выше, ниже, без проблем идет, спокойно, он пол, вообще легко ее таскает и херачит. Естественно, брал я почему их? Потому что буду готовить сенаж. Для сенажа это просто изумительная косилка. Да, есть косяки, есть недостатки, есть для больших площадей эта косилка, конечно, не очень, но КРН-ка будет спасать. Ну, КРН-ка это сено. Сено, потому что, допустим, мне на сенаж вот сейчас там через неделю, через две КРН-кой косить, и она половину отавы, грубо говоря, оставит и посшибает одни макушки. Никакого там сенажа. Это же скосит все полностью, всю жирную траву. Весь клевер, одуванчик там и все, что у вас посеяно в идеально ровно, как газон. И гораздо больше по объему это все будет. Так что косилками доволен. Свою, во всяком случае, задачу они выполняют. Так что какие вопросы? Пишите, комментируйте, что знаю, расскажу, что не знаю, подскажете. Ладно, всем пока.